Мы жили сначала в Тоскале, сейчас это называется Каменка. И мне приходилось, из-за того, что там не было речки, там одна речка всего, и мне приходилось за 3 километра с ней маленькой идти на речку, чтобы она вот порадовалась. И она пешком шла, 3 годика было. Когда она сказала, что 19 откладывается плавание, шторм сильно, я вообще боялась. Не дай бог, это что-то случится, потому что в прошлом году один пловец, сердце отказало ему. Пока вытащили, он же умер. Все возможно, вода холодная, от переохлаждения. Человек хочет, не сделаешь. Она взрослая. Если бы 5-летний ребенок был, я бы запретила. А так не запретишь.